Здравствуйте, мои дорогие. Меня зовут Марина Внукова, и я хочу ответить на ваши вопросы. Вы мне пишете в Инстаграм, на почту. Марина Николаевна, вы рассказывали про некие средства, про некие продукты, концепции здоровья. Мы бы хотели узнать, как работает энергетический продукт. И правда ли он дает такую энергию? Сможем ли мы использовать его при занятиях, скажем, спортом и так дальше? Возможно, это белковый коктейль или что-то подобное. Поверьте мне, энергетический, он действительно дает энергию. Но немножечко речь не об этом. Нам для того, чтобы достичь тех же прорывов в спорте или же заниматься с большим удовольствием и пользой, просто физкультурой, да, или физическую нагрузку проводить безопасно, что тоже важно, не нужны, вернее, во вторую, может быть, очередь, нужны различные белковые подпитки и так дальше. Энергетический – это для мозга. Это для нашей высшей нервной деятельности. Потому что если у нас нет нормального императива, нет правильного посыла нашего головного мозга, мы ничего особо не добьемся ни в спорте, ни в работе. Именно этот энергетический препарат, который состоит из любимых мною зеленого кофе, лимонника и также гинго белоба, позволяет улучшить кровообращение головного мозга. Тем самым улучшить эндокринную регуляцию, тем самым усилить синтез, метаболизм белков, тем самым повысить концентрацию на том, на чем нам нужно сосредоточиться. Он улучшает концентрацию внимания, улучшает память, в том числе кратковременную память, которая сейчас у многих проблемы, и дает мощный заряд сил. Поэтому его можно использовать при, скажем, каких-то экстренных физических нагрузках. Но поверьте, он не об этом. Он о центральной регуляции нашей деятельности. Это гораздо более важный момент. Ну, как говорили Ильфа Петров, да, вам дали гораздо лучший мех. Ну, это так, отсылки к литературе. Не забудьте про него, когда вы хотите сосредоточиться на чем-то важном.